Каждая мама желает своему малышу максимального комфорта и свободы движения. При этом, чтобы кожа ребенка всегда оставалась сухой и нежной. Внутренний слой подгузников Бомбина моментально впитывает влагу, не раздражая кожу. А уникальный внешний слой позволяет коже малыша дышать и никаких раздражений. Подгузники Бомбина. Спрашивайте в магазинах города. Мама, я всегда сухой! А идите вы все в баню, если вы только что присоединились к нам, друзья, не пугайтесь, именно так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Сегодня мы все утро говорим о парилке. Вот мне очень интересно, любите ли вы баньку, хорошо так попариться. И вопрос сегодняшнего дня. Сегодня, друзья, вспоминаем фильмы, действия которых разворачивались в бане. Звоните к нам в эфир по номеру 903121. Напомню, что сегодня у нас изобилие подарков. Но прежде всего это приз от наших партнеров подгузники Бомбино. Также у нас сегодня есть сертификат на прокат свадебного платья и сертификат на посещение спа-центра. Поэтому, друзья, принимайте активное участие. Я думаю, что есть за что побороться. Ну, а тем временем у нас в студии есть гости, и это Эркин Мукашев, известный певец, талантливый музыкант. Доброе утро. Доброе утро. Хочу начать утро с поздравлений, потому что буквально неделю назад вы стали дедушкой. Да, совершенно верно. Дорогие друзья, у Эркина Мукашева родилась внучка. Внучка. И вот интересно мне, как вы ощущаете себя в роли дедушки? Ну, вот, знаете, как ни странно, взрослым себя не ощущаю. Вот как чувствовал себя мальчишкой. Сейчас даже у меня и дочь, и это моя мама, она стала прабабушкой, она говорит, ты теперь должен стать взрослее. Теперь, когда... Ну, получается уже, говорю, у вас? Ну, или вот, наверное, мальчуган внутри, ну, это, живет? Буду настраиваться, буду, это, так сказать, готовиться. Угу. Не, ну, в любом случае, что-то чувствую, что-то... Тем более, вот когда я... Вот, внучка ее назвали Наима. Я, кстати, привет хочу ей передать. Привет! И это, ну, чувствую так, что что-то вот появилось, в семье появился. Ну, это не до конца еще осознанно, но я думаю, что все это впереди. Эркин, сегодня мы беседуем о парилках, о бане. У меня вопрос такой. Я думаю, что для каждого мужчины поход в баню – это своеобразный ритуал. Что для вас хорошая банька? Вопросы бани я архаичен. И вообще, любите, да, ли, да, вы? Не, я очень люблю баню. А у меня друг есть, он закоренелый такой банщик, жестокий. Я тоже люблю баню, но я классика. Это дубовые веники, березовые веники. Раньше я березовые веники сам заготавливал, но сейчас вот просто березовые веники нужно готовить там где-нибудь, далеко от города, потому что вот экология здесь. Это. А, и вот когда... Мы с ним, кстати, ходим вдвоем. Зовут его Даулет, он музыкант же. Потому что с ним хорошо, потому что он все заготовит, у него все мази, он это, чай несколько видов заготовит, и все. И он еще, вот если я захожу только раза три, а он раз пять, и надолго, и он начинает гонять. И с ним просто удобно, потому что он тебя погоняет, там, и он еще так, мастер, веником потрясти. Ну, знаете, расскажу историю одну. Вот я это был в Москве вот, у младшего брата, и мы с ним поехали в Сандуны. Я думаю, вот, когда-нибудь нужно попасть в Сандуны, знаменитые, легендарные Сандуны. И мы там видели таких, это, вот, у входа в Сандуны столько машин с такими номерами, видно, да, с охраной, видно, что там такие люди трендовые, топовые, отдыхают в Сандунах, ну, парятся. Так. И там мы видели такого старичка, ему на вид лет 70, и он, это, при том, что так мало места в Сандунах, да, свободно, а видно, что он такой завсегдатай, и что его там очень уважают, на целой такой лавочке он разложил кучу мази. И только он это, только ему позволено заливать воду. Там еще такая это, окошко такое вверху, он туда заливает, чтобы пар подбавить. И видно, что он мастер. И все к нему весь вечер подходят и спрашивают его, а как вы думаете, это? Ну, он такой жестокий мастер. Ну, видно, что ему лет 70, он такой сухой, как сабля такой, весь наточенный. Наверное, самый почитаемый клиент. Да, да, да. Эркин, у нас есть звонок, давайте его примем. Давайте. Доброе утро. Доброе утро! Это Азат Шахноза. Доброе утро. Доброе утро, Шахноза. Рада приветствовать вас. С чем вы к нам позвонили сегодня? Я хотела поучаствовать в конкурсе еще раз. Я вот там вам звонила, звонок прерывался, и я еще вспомнила фильмы. Так, пожалуйста. Так, сериал «Великолепный век». Угу, точно, «Хамам», да, «Хамам», да, без, да, него никак, там точно. «Там «Хамамы», да. Угу. Этот вариант мы слышим сегодня впервые. Еще раз. Говорю, этот вариант мы слышим сегодня впервые. Очень хороший ответ вы дали. Еще есть какие-то у вас варианты другие? А, ну да, первая часть фильма «Рекетир».
Отлично. Так, из мультфильмов есть, так, «Унесенная призраками». Угу. Ну, к сожалению, не видели, но поверим на слово. Большое спасибо за звонок. Иркин, мне вот интересно, как вы обычно идете в баню? Есть ли у вас такая полная экипировка? Шапка, веник, может, какие-то тонизирующие напитки? Ну, вот я как сказал, же веники мы уже не заготавливаем, берем их там по пути. А шапочка, да, только эти причинда уже с годами наработались. Несколько шапочек войлочных. Там, одну мне мама сама сделала. У меня мама занимается народными промыслами. Угу. Всю жизнь она проработала в Каяле. Она вообще это модельер-конструктор раньше, но последние годы работала вот как раз вот это, мастером по войлоку. Вот одну шапочку она мне сама еще надела, там узоров кучу. Наверное, ваша самая любимая. Ну, в любом случае, она самая любимая, потому что мамина. Скажите, пожалуйста, как вы часто ходите в баню? Не злоупотребляю, раз в неделю. Ну, я думаю, раз в неделю довольно-таки, это хорошо, это стабильно. Я знаю людей, которые в неделю раза три ходят. И, там, и ходят три, потому что им запрещают больше ходить. Они прям жестокие фанаты бань. С кем обычно ходите? В баню? С друзьями? Может быть, с сыном? Ну, это в последнее время стал ходить с сыном. У меня маленький сын, ему 7 лет. И вот уже год я хожу с ним, потому что так мне, знаете, тоже вот такой сын, он маленький, ему начинаешь учить, ему тоже, он любит баню, но тоже его, это много я не запускаю, там, минут на 10 еще так, чтобы пара не очень, ну, нужно приучать, мне кажется, так. Потому что у меня тоже так получилось, что у меня отец с детства водил с собой в баню, и так, и вот это тоже оставил, вот это в памяти, как мы с отцом, есть такой. Ну, я так полагаю, вашему сыну нравится весь процесс. Да, да. С удовольствием ходит с вами. Большим удовольствием. Угу. Скажите, пожалуйста, Иркин, вот, а как вы себя чувствуете, когда вы находитесь в бане и потом вот после нее? Я не знаю, мне кажется, что все люди одинаково чувствуют. Ты чувствуешь себя, будто ты заново родился. И у меня есть такое выражение, так, извиняюсь, я говорю, чувствуешь себя человеком, а не вонючкой. Потому что баня, все, там, оттуда выходишь, весь вот такой... Кожа приятно поскрипывает. Кожа, да. И, ну, это ощущение, будто ты заново родился, будто ты летаешь, и так, и чувствуешь прям, вот говорят, что килограмм скидываешь, да, там, до килограмма, но ощущение, что ты больше скидываешь, потому что ты начинаешь летать. Там. Друзья, да, так что чаще ходите в баню, если вы будете ходить в баню, вы начнете летать. Да. А у нас есть телефонный звонок, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Наргиза. Наргиза, очень приятно. С темой нашего сегодняшнего эфира вы наверняка знакомы. Да. Сегодня мы вспоминаем фильмы, да, действия которых разворачивались в бане. Помните ли такой фильм? Я помню вот такой российский фильм. Название, к сожалению, не помню, но я помню сюжет из этого фильма. Самая запоминающая сцена. Это снималась Рената Литвиновна. Угу. Вот они с девочками пошли в баню. И вот ее слова запомнились. Я летаю, я в раю. Наверное, таежный роман. Сегодня у нас прозвучала такая версия, кстати. Да, помните? Да, помню. Ну, название. Еще есть документальный фильм «Особенности главной политики». Угу. Здорово. А сами-то баньку любите? Да, люблю. Угу. Вот сегодня мы разыгрываем очень много призов. У нас есть и приз от наших партнеров, подгузники «Бомбины», сертификат на посещение спа-салона, сертификат на прокат свадебного платья. Какой приз вас интересует больше всего? Ну, наверное, спа-салон. Угу. Ну, я вас могу понять, как женщина-женщину. Большое спасибо вам за звоночек, друзья. Тем временем мы двигаемся дальше. Беседу с Иркином Мукашевым мы обязательно продолжим. А пока давайте посмотрим музыкальный клип. Партнер утреннего шоу «Улыбайся» – подгузники «Бамбино». «Бамбино» – забота о вашем малыше. Еще раз приветствую вас, наши дорогие телезрители, а идите вы в баню. Именно так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Сегодня у нас очень такое активное, насыщенное и позитивное утро. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте его примем. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Зульфия. Очень приятно. Любите ли вы ходить в баню? Да, я хожу в баню. Угу, замечательно, у нас сегодня все такие активные, все любят и ходят в баню. Прекрасно. Помните ли вы такие фильмы, действия которых разворачивались именно в парилке? Да.
«За спичками» идет фильм. Первый, где Леонов, Гребенщикова, Вицин снимались, такие хорошие артисты. Так. Потом «А зори здесь тихие», тоже хороший фильм был. Угу. Ну, там много, но они были все перечислены, потому что я же поздно позвонила. Ну, действительно, версий у нас было много, но ваш звонок, конечно же, мы тоже примем во внимание. И вот такой вопрос, какой бы вы приз хотели сегодня выиграть? У нас есть подгузники «Бомбино» и сертификаты. Спа-салон это один раз или не один раз? На одного человека рассчитано удовольствие? Ну нет, там идет спа-салон один раз или несколько посещений? Это один раз сходить. Один раз, да? Ну тогда только прокат свадебного платья, потому что я думаю, что у меня дочь в этом году замуж выйдет. Замечательно. Большое спасибо за звонок, Эркин. Ну, мне очень интересно, как продвигается ваша творческая деятельность. Вот, знаете, как обычно думаешь, после Нового года отосплюсь, высплюсь. И вот что-то так не было. Такой насыщенный год начался. Он буквально начался, а уже столько событий. Буквально перед Новым годом мы выкинули клип. Она называется «Бишкек». И это песня о нашем городе. И мы хотели сделать приятное городу и приятное людям, которые живут далеко, чтобы они видели вот все знаковые места города. И со мной там поют Береке Дуранова. Да, патриотическая песня. Да, да. Она такая имиджевая для города. Такая, вот. И потом сейчас мы вот пишем песни, буквально через короткий срок начнем снимать клип с певцом молодым Маяр. Вот такой талантливый, замечательный певец. Подающий надежду. Ну, его же знают, как бы, в республике, в стране. И потом, сейчас я написал песню, такая девушка есть в Алмате, она известна, Нагимая Скалиева. Написал ей песню, и она просит, чтобы мы сняли клип здесь, в нашем городе. То есть вы для нее и песню пишете, да, и песню, и поможете я помогу снимать клип. Снимать клип, потому что наши... Она посмотрела работы наших клипмейкеров, и это ее, ну, как бы, убедило, что здесь можно снимать. Обычно же к нам как с предубеждением относятся. Маленький город, и думают, что там качество клипов не такое. Ну вот, она убедила, что нормальные клипы, будем снимать клип здесь. И потом еще один такое замечательное событие. Это песня написала, называется «Уезжает мой друг». Песня грустная, песня вот о наших друзьях, которые ушли, и, в частности, об Батырхане Шукенове. И мы ее поем. Вот сейчас идет стадия аранжировки с Булатом Сыздыковым, алматинский певец, гитарист. Он в основном гитарист, вот, это участник группы «Мюзикола». Вот эта песня грустная будем. А этот клип мы уже будем снимать наполовину в Казахстане, в Алматы, и наполовину здесь, в Бишкеке. Много работы предстоит, однако. Да, много. Я поэтому думал, вот январь буду спать, не получается. Не дают люди спать. Отлично. Да, да. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Хотим вас услышать. Доброе утро. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Меня зовут Диля. Я хотела поздравить вот нашего гостя Эркина Мукашева с рождением внучки. Спасибо. Я думаю, что это очень действительно красивое, хорошее, замечательное событие. Я желаю здоровья вам и вашей внучке. Вот. А по поводу конкурса, я как бы недавно включила телевизор, и поэтому не знаю, какие были звонки до этого. И вот вспомнила, что есть такие фильмы. Значит, «А зори здесь тихие» — это был первый фильм, когда там девочки были в бане, там полуобнаженные. Потом «Особенности национальной охоты», ну, «Ирония судьбы» или «С легким палом». И вот недавно был фильм современный «Улыбка пересмешника». Там вот тоже, ну, правда, узницы были в тюрьме, и там была сцена такая, ну, бане. Если я не ошибаюсь, это сериал. «Улыбка пересмешника», да, современный сериал, вот недавно прошел по Первому каналу. Замечательно. Диль, а вы сами любите баню? Ну, я не могу сказать, что я прям такая прям сильная фанатка, но в меру так время от времени хожу в баню. Но не могу сказать, что прям безумная фанатка. Да, мне нравится, это как вот именно процедура такая хорошая в коллективе. Большое спасибо вам за звонок. Ваш ответ мы тоже обязательно примем во внимание. Эркин, ну еще один вопрос такой, вот с кем из наших отечественных исполнителей вот недавно работали, уже известных? Какие у вас были проекты? Я в прошлом году написал вот целый цикл песен в группе «Инсан». Они вот на две песни снимают клип. Это одна песня «Лето», одна песня «История». И, кстати, так, очень добротный материал. И они, группа это известная, и они ко всему относятся серьезные, поэтому серьезные песни получились. И вот в прошлом году я написал песню Юлии Рудской, перевернул страницу, она стала песней года, там есть материал в YouTube. Хорошая песня, кстати,
всего две песни, вот формат «Элу», «Эле», знаете же, «Эле»? Конечно, европейский. Конечно. Всего две песни там, это одна песня Самата Дулетбакова, одна песня Юли Рудской. И эти песни обе мои. Это Самат Дулетбаков поет песню «Закрой глаза», Юлия Рудская поет песню «Переверну страницу». Вот. Ну, это и так, в принципе, и в прошлом году в Казахстане я писал песни там ребятам. В общем, работы много. И в прошлом году я писал это, к документальному фильму музыку. Угу. Документальный фильм про казахстанского президента Назарбаева. Потому что одно время он жил там. Вот Ги Чхе Мин наш, помните, Чон Ким, он на той стороне жил. И вот этот фильм про то, что как он дружил с этими мальчишками, у него был очень близкий друг на этой стороне. И такой документальный фильм, минут на 20, и там я всю музыку я написал. Замечательно. Я думаю, что вот сотрудничество с таким талантливым музыкантом, как вы, любому артисту, наверное, принесет и славу, и успех, и все вместе взятое. Ну, я на это надеюсь, хотя... Думаю, что я в этом уверен. Ну что ж, дорогие друзья, вот на такой оптимистичной ноте мы двигаемся дальше. И пока мы прервемся на рекламную паузу. Вновь дорогою крутой улыбаться и прощаться с перевернутой душой, снова к миру возвращаться. В этом мире нет тебя, я зажму рукою рану, с маху узел разрублю, новый я вязать не стану. Как мне вырваться из круга глаз твоих необычайных? Не хочу случайных рук, не желаю губ случайных. Просто молодость прошла, все пирушки отгремели. Но спасибо, что была ты при этой перемене. Ты учила, не уча, не прощая, все простила. Возле правого плеча улыбалась и грустила. Как мне вырваться из круга глаз твоих необычайных? Не хочу случайных рук, не желаю губ случайных. Такая песня. Эркин, что это за была композиция такая? Ну, такая песня, очень много лет я ее пою. И так это... Ваша любимая? Да, это моя любимая, одна из любимых песен. Она такая, она это, такой, знаете, формат искульская. Угу. Мы на искуле, раньше на берегу, там под утро пели эту песню. Угу, угу. Замечательно. Эркин, ну что же, большое спасибо, что сегодня вы пришли к нам в гости. Я еще раз хочу поздравить вас с тем знаковым событием, что совсем недавно, неделю назад, вы стали дедушкой, у вас родилась внучка. Да. И, конечно же, как всегда, в завершении эфира я бы хотела попросить пожелать пожелания для наших телезрителей. От всей души хочу пожелать. Вот самое главное, знаете, вот когда становишься взрослее, тем более сейчас уже у меня появился такой статус дедушки, хочется все время уже думаешь о детях, уже о себе не думаешь. И вот я желаю вот над нашим городом, имеется в виду над нашей страной, мирного неба, потому что вот везде сейчас какие-то вот такие вот, да, сгустки энергии такой, и не всегда такой положительный. И поэтому, чтобы нам мирного неба, нашей стране, нашим людям, которые живут в этой стране, им мужество и мудрости, самое главное, чтобы все было хорошо. Все, это самое главное, мне кажется, когда небо чистое, голубое, то все остальное, да. Что же, большое спасибо. Еще раз большое спасибо. Ну, тем временем я еще раз приветствую всех наших телезрителей. Просыпайтесь, друзья. Желаю вам отличного настроения на весь день. Пусть сегодня все пройдет именно так, как вы того хотите. Ну, а пока мы двигаемся дальше, и у нас есть одна такая замечательная рубрика под названием «Handmade». Не забывайте о том, что самое ценное – это то, что мы делаем своими собственными руками. Сегодня мы будем делать брелок. Смотрим.